Так, все, пошли. Выходим. Ботинки снимаем. Где наш автобус? Смотрим. А вон. Что после нашего обливания, ты как вообще, наверное, отлично. Как на курорт, да? Смельчаки собрались. Идем купаться. Идеал супружеской пары. Ну, после меня, конечно. Продвинутая молодежь, да, шахматы, молодец, шкур. Почему? Так как через 3 недели это турнир по шахматам, через месяц. А что, вы убрали свои телефоны, да, чтобы я тоже игрушку? Про что последний зачет сдавали, Денис? Про паралимпийцев. Паралимпийцев. Как известного паралимпийца, который выступал на дзюдо, звали? Ну, забыли, сдали и забыли. Паралимпийц, который под дзюдо у нас выступал, самый известный россиянин. Крыцу, правильно. Олег. Олег Васильевич. Молодец. Двоечники. Улыбнулся. Сильнее. Мощнее. Оскал. Оскал. Красотки, как дела? Нормально. Не боимся купаться? Нет, нет. Почему? Мы уже обливали. Виталий, я всех водителей спрашиваю, да. А давайте с нами окунемся. Ну, это ж надо морально созреть. То есть ты не готов? Я, конечно, нет. Идущие в купель приветствуют тебя, Жерби. Жерчики из Ярополка. 28 февраля. 2021 года клуб Ярополк в очередной раз выехал в купель. И буквально 4 дня назад мы провели массовую акцию «Быть здоровым – это модно». При температуре минус 24 градуса, 106 человек. Из них 70% – это спортсмены и родители клуба Ярополк окунулись. Сегодня 0 плюс 1. Ну, мы в количестве, по-моему, 15 или 16 человек приехали в очередной раз в купель. Ждем всех желающих красногорцев присоединиться к нам. Подписывайтесь на нас, мы всегда в пятницу выкладываем объявление, и ваша задача позвонить администратору нашего клуба и записаться. Купель здесь мало проходимая, поэтому вода достаточно чистая, очень. Но мы планируем ее расширять. Ну, поверьте мне, при 0 градусов окунаться, ну, на мой взгляд, так сказать, страшнее, чем при минус 20. Ух, хороша водичка. Закаливайтесь, друзья. Надеюсь, здесь собаки не гуляют. О, хорошо. Прекрасный пол у нас не боится, Катя? Нет. Вот что значит рукопашница. Молодец, давай спускайся. Искупались. И сразу у всех
появилось хорошее настроение. Потому что холодная вода весь негатив из организма убирает. С точки зрения медицины и с точки зрения энергетики. Плохое настроение, проблемы. Окунитесь. Ну и ждем всех к нам присоединиться. Закаливайтесь с Ярополком.